И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю прохождение за Криса в режиме стандарт на челлендж Only Knife. Так, ну давайте я выложу ленту. Насчет травы. Возьму я, наверное, все это. Нет, все не возьму. Одну траву возьму. Зеленую. И выхожу я. Так, тут у нас... Нам опять нужно на лестницу. Так, ну, вот так вот. Поднимаемся. Так, а там у нас зомби. Очень опасное место. Очень опасное место. Так, давайте подождем его. А ну-ка давай-ка, это какой у нас идет? Так, ты где? А ну-ка давай, туда проходи, дальше проходи. Дальше проходи к товарищу своему, ну не сюда, ну подальше, ну туда, вон туда иди, вон туда. Да не стой ты, не стой здесь, зомби, ты тупой. Вот, да, вот туда иди, вот, нет, давай иди туда, говорю, ну давай иди. Вот, давай, разворачивайся и иди. Вот, молодец. А, нет. Фух, хорошо, что ты блюешься. Ладно, хрен с ним. Он не кусается, видимо. Или делает вид, что не кусается. Так, ну, отбегаем этого чайника. Так, и тут второй чайник. Его тоже оббегаем. И направляемся в западное крыло. Так, возьму в руки нож. Сейчас опять по старой схеме нужно сработать все. Зомби и статуя. Двигаю статую. А ну получай, гад. Получай. Вставай, не надо притворяться. Получай, гад, получай. А ну вставай. Так, все, встал. А ты иди сюда. А чё, самый умный? Ладно, сейчас оббежим. Вокруг. Давай, зомби, я здесь. Что же ты? Иди сюда, ну. Ну смелее, ну я тут. Ну тут я, возьми меня, вот он я. Ну вот я, зомби. Я тут. Давай, я здесь. Я здесь. Давай, зомби, подходи. Вот, молодец. Теперь получай свою порцию. Ну получай. Что, все что ли? Выдохся так быстро. Ну ладно, как скажешь. Скидываем статую вниз и бежим дальше. Убираю из рук нож. Сейчас будет три зомби блюющих. Не опасно, в принципе, для меня. Валите. Спускаемся вниз под лестницу. Так, и куда бы зайти? Как играть? Так, сейчас, секундочку. Так, я решил все-таки зайти в лазарет. What? Oh! Oh no!
sorry. I didn't mean to do that. You must be from the Bravo team. Yes, I'm Rebecca. Rebecca Chambers. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Well, I'm really sorry. Are you all right? Yes. I'm Chris Redfield from the Alpha team. Are you the only person here from the Bravo team? Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway, but I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. Так, берем с кровати ключ. Открываем ящик. Достаем наш химикат. Не знаю я насчет сохранения. Вроде только сохранялся. Нет, я все-таки еще раз сохранюсь, но серию продолжу. Так, убираем ленту. И пытаемся выйти. Well, what should I do now? If you go out to search for the other members, how about letting me come with you? Нет, не возьмем Ребекку. It's pretty dangerous outside. Let me take care of it. I understand. For now, I'll wait here. Since there are a lot of chemicals in this room and they might be useful. Well, I'll look over the chemicals. Это опять сохраняет возможность две фазы с растением 42, чтобы было. Так, ну иди сюда, Ченк. Иди сюда, так. Так, оббегаем его. Так, ключ нет. Сбегаем вот сюда. Здесь два чайника. А ну, гады, отвалите, отвалите от меня, гады. Так, вот так вот я экстремально просто пробегаю. Так, здесь мне нужно использовать химикат. Опять поджариваю это растение. Да, здесь много трав, опять-таки. Возьмем по возможности все травы, какие здесь есть. Две красные, четыре зеленых. И нужно еще оставить место для ключа. Так, ну, зеленую траву нет. Соединяешь красный. Так, еще зеленая трава. Еще одну зеленую соединяю с красной. И две зеленых травы объединю между собой. И возьму ключ. Так, вот так вот. Так, и ключ надо взять. Надо взять ключ. Так, и теперь выбегаю я отсюда. Сейчас будет... Сложно будет. Давай, зомби. Thank you.
Не иди на меня, нет. Так, отлично. Отлично. Так, ну, можно открыть дверь. Можно открыть дверь. Открываем еще одну дверь. Так, сейчас я хочу избавиться от одного ключа. Так, открою вот эту дверь. Ага, и здесь зомби. Не забываем про это. Выхожу в столовую. Здесь у нас камень. Но я хочу сбегать, избавиться от желтенького вот этого ключа. Конечно, можно еще кое-куда сходить. За травами. Так, вот я открываю вот эту дверь, последнюю запертую, на ключ меч и выбрасываю. Так, а насчет сходить я сразу сбегаю за травами в ту дверь, вот в эту вот. И там еще дверь. Ну, ленту, может, это не стоит брать, потому что в принципе много. Так, вот я беру одну зеленую траву, смешиваю ее, беру вторую зеленую траву и теперь нужно убегать отсюда. Хорошо бы выложиться. Выложиться бы хорошо, конечно, да. У нас есть ключ. У нас есть ключ. Это было бы просто замечательно. Так, ну я вот думаю. Нет. Пойдемте все-таки. По первому этажу пройдем. По Г-образному. Да, здесь сейчас будут собачки, но они... опасные, как... ну, они не так много повреждений наносят, если наносят. Так, а здесь одна зеленая трава, дверь. Открываем вот эту дверь. Там у нас много трав. Так, эта дверь нас не интересует. Эта дверь нас не интересует. Забегаем вот сюда. Теперь открываем эту дверь. Нам нужно до кладовки добраться. Нет, зомби, ты меня не укусишь. Я тебя знаю. Хитрый ты подлец. Так. Вот добрался я до ящика. Выкладываю все свои аптечки. Думаю, вообще все выложу, потому что место мне нужно позарез просто. Так, и куда теперь направляться? Куда теперь направляться? Вообще, хорошо бы сейчас... А пойдемте на второй этаж сходим, как я и шел вот. Может, еще раз
получится загнать, выгнать того зомби, точнее. Чтобы он только не укусил меня. Гад такой. Ну, зомби, я здесь. Так, слышу его шаги. Идет, идет. Ждем его. Так, или двое. Так, молодец. Молодец, зомби. Умница. Так, а ты иди сюда. Так, я открываю вот эту зеленую дверь и захожу в нее. Ну, здесь у нас головоломка. Нужно задвинуть, точнее, поставить статую на дыры в полу. И нажать на кнопку. Так, нажимаем, спускаем воду. И берем первый гребень. Гребень солнца. И выходим отсюда. Так, ну давай, иди сюда. А, черт. Нет, сейчас перезайду я, пожалуй. Мне нужно открыть ту дверь. Открываю дверь. Зайти сюда. А вот это я не знаю. Ну, за травами можно зайти. Или... Хотя нет. Не буду я сейчас травы брать пока. Так, а направляюсь я сейчас на первый этаж или не на первый? Нет, на первый этаж. За синим камнем, да. И на пианино еще нужно сыграть. Так, вот берем синий камень. Берем герб или эмблему. И входим вот сюда. Так, пойдемте сыграем. Попытаемся сыграть на рояле. Отодвигаем шкаф, берем ноты. И используем. Крис. У Криса нет музыкального слуха. It's me, Chris. Is that you, Rebecca? Ah, it's the Moonlight Sonata. Can you play? What is that?
My interpretation is off a little. Chris, may I practice for a while? Разрешаем Ребекке попрактиковаться. See? Just relax and play. All right. Как сказал Крис, просто расслабься и играй. Так, а мы... Нам нужно добежать до холла и вернуться обратно. Вот наша задача. Так. Так, и обратно бежим. В этот раз у меня не будет сыворотки на змею, но будет кое-что другое. Так, герб взят, все взят. Так, заходим. That was great. Так, ну вот, нам Ребекка сыграл лунную сонату, открылся проход, и мы What туда... is that? Мы туда забегаем. Берем золотую эмблему. Ставим деревянную. И бежим в столовую. Бежим в столовую. Ставим сюда золотую эмблему. И часы отодвигаются. Берем ключ. Гравировка щит. Так. А теперь я попробую вставить пойти синий камень. Там сейчас, конечно, не просто будет, но это нужно. Так, нет, зомби. Отвали от меня. Так, вот так вот обманываю я его. Забегаю сюда. Так, и вставляю камень. Так, и беру второй гребень. И теперь обратно. Так, ты идти будешь, нет? Нет, нет, перезайду я. Не очень хорошо. Давай, зомби, выходи. Так, и убегаю от него, пока он разворачивался.
Так, а теперь я пойду и, наверное, использую ключ щит, чтобы его сразу выбросить. Выхожу я в холл, поднимаюсь на второй этаж. А хотя... Там у нас зомби будет. Или нет? Нет, не пойду я. Пойду я тогда... Надо в кладовку сходить, конечно. Надо еще за травами будет сбегать. Сейчас-то, конечно, я не пойду туда. Нет, сейчас я пойду мимо собачек. Мимо собачек. Нет. Попробую по второму этажу пройтись. Так, поднимаюсь по лестнице, забегаю сюда. А, и там еще две травы есть, надо одну хотя бы захватить. Ключ бы хорошо использовать, но ладно. Так, одна трава здесь будет. Выхожу. Давай, зомби, иди сюда. Так, отбегаем. Так, а второй у нас где стоит? А, он там стоит. Так, ну мы вот так вот лучше обойдем. Нам нужно в кладовку. Конечно, хорошо бы в ту дверь сходить, но, как и в сценарии Джилл, лучше попозже. Я это сделал. Ну, там есть зажигалка, красная трава. Зажигалка мне вообще не нужна, например. Так. Захожу в кладовку, убираю гребни, пока что, так, вот этот ключ убираю, пока не нужен, травы, так, ну одну траву я возьму, наверное, нет, пока я пока и ключ уберу, потому что сейчас в следующей серии я пойду за травами в то место, где собачки. Так, а сейчас я сохранюсь, пожалуй. И я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей серии.